Я вообще считаю, конечно, что политика – это отдельная профессия. Хотя, с другой стороны, сейчас очень важна просто честная позиция относительно вот происходящего. То есть, если человек действительно подготовленный, может что-то сделать полезное, действительно может сделать, не просто языком чесать там где-то на собраниях правительства, а сделать что-то полезное для страны, то почему бы и нет? Единственное, что, конечно, меня забавляет, это то, что политика сейчас превратилась в какое-то тоже такое подобие шоу-бизнеса. Тебя должны хорошо знать. То есть, если у тебя есть так называемая медийность, тебя узнают, у тебя есть узнаваемость, значит, можно уже и политикой заниматься, и вообще любым родом деятельности. Вот это, мне кажется, большое заблуждение. Все-таки хорошо, когда делом занимаются профессионалы, а не просто известные люди.